Приветствую вас! В этом видео распределение фигуристов по этапам Гран-при. Помимо известных уже имен, есть и сюрпризы. Этой фигуристке наконец покорился четверной прыжок, и теперь она всерьез будет спорить за место под солнцем с Елизаветой Туктамышевой и командой Туберидзе. И долгожданное возвращение на лед подопечной Итери Георгиевны. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Уже известно, как распределились российские фигуристки по этапам серии Гран-при. И сразу мы видим старое новое имя – Ксения Синицына. На этапе в США ей предстоит бороться с Александрой Трусовой и Дарьей Усачевой. К сожалению, в прошедшем сезоне это имя мелькало очень мало, а все из-за травм. Но буквально перед самым распределением фигуристка, совпадение или нет, показала видео, на котором впервые успешно исполняет четверной тулуп. Также, не в пример Софьи Самодуровой и Майи Хромых, Ксении дали целых два этапа. Фигуристка также выступит во Франции вместе с Анной Щербаковой и Аленой Косторной. Алина Загитова и Евгения Медведева не изъявили желания участвовать, хотя имеют все права. Ведь по итогам мирового рейтинга обе спортсменки входят в топ-24. Зато уже известно, что другая ученица Итери Туберидзе однозначно вернется. Это Элизабет Турсенбаева. Ее триумфальный прокат на чемпионате мира 2019 принес ей серебро и титул первой фигуристки в мире, исполнившей четверной сальхов. К сожалению, травма спины на долгие 2,5 года выбила ее из обоймы. Но уже сейчас известно, что спортсменка выступит на этапе Гран-при Сочи, который был перенесен из Москвы из-за отсутствия подходящей по всем параметрам ледовой площадки. Новый сезон будет очень жарким. А как вы считаете, кто станет новой олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании?